Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 3. Давайте, мы только прибыли куда-то, нас должны встречать. Вроде на 2% всего. Давай. Беги. Сейчас нас встретили. Как почетных. Скажите, граждан. Вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. И служите под началом Эдварда Брэддика. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет, я думал... Ну, что именно? Простите, сэр, я надеялся, что смогу учиться у вас. Собакин. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю, но вы меня переоцениваете. Проклятие! Как можно, сэр? Сюда. Упала. Оп, сорвал, убежал. Подайте его! О, из-за яблока. Ну, с другой стороны, это ее яблоко, все правильно. Если голодают и нехрен жрать, то... А так-то они идиот. Бостон весьма оживленный город. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улицам. Прям вообще. Знает, что вам удастся обнаружить. Минуту. Для собака начала ужасла. Нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Так, добыть кое-что. Так, чтобы карту вызвать. Хорошо, вызываем карту. У нас ничего не открыто. Но тем не менее, мы знаем, куда собака. Тихо. Мы же не будем бедными. Свежее только в море найдете. А что ты меня-то, ни хрена себе. Не пропустите. Тварь такая. Ни за что, ни про что. Хоп. Так. Чертовы мерзавцы. Этот проклятый город меня в гроб гонит. Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтем Кеннери. Вы недавно будущий президент. Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я. Я не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Ну, я не собираюсь тратить на это время. Любопытно. Это вот кто хочет на 100% проходить. Ради бога. Заходим. Ну... Что я думаю? Я думаю... Манхер, что изволите? Давай посмотрим. Ну-ка, купить. Обычное. Что у нас имеется? Урон. А что, и все, что ли? Так, бедствовать мы здесь не собираемся. Взяли пистолет, взяли обычное оружие. Все. Оно у нас одно, больше у нас здесь нету ничего. Продать.
Даже не знаю, что тут продавать. Итак. Поехали, теперь нам надо скакать. Опа. Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки. Но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. Хорошо. Вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко. Но он увидел знак Ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Так. Мне бы потом сходить здесь все разведать местность. Но это я сделаю, если получится немножко, то по ходу игры. Если же не получится, то я уж отдельно там без записи схожу и... Давай. Посмотреть. Так, Хейтом недавно прибыл в Бостон. Чарльз Ли приветствует его и показывает город. Не. Так. Пойдемте, если здесь есть игра, то мы сыграем пару игр. Они, кстати, интересные. Логически думать надо. Ах ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах да, помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Баба понесет. Вам нужно что-нибудь еще? Ну, это нормально. Пусть нам не мешают. Ты все не так понял, козлина. Надо выражаться как-то яснее, что ли? Ладно. Пока идем, у нас все по сюжету. Альманах мы не будем ему собирать. Если только тоже по пути, то ладно. Если нет, то и хрен на него. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Хотел бы он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Господи, как аристократично все это прозвучало. Батюшки свят. Так, что здесь у нас? Тоже. А ничего, что я тебя сейчас зарезать могу в легкую на раз-два. Так, а как у меня тут? Так. Спускаемся. И что мы тут видим? А, нет. Нету тут ничего. Ладно. Он и не бегает. Функций никаких нету.
А вот здесь сейчас посмотрим. Так. А, во, подождите. Понятненько. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, как оно будет у меня. Параметры. Параметры управления. Так, значит, не здесь. Так, прыжок, атака, инструменты. Меню карты, пауза, режим прицеливания. Ага. Меню рекрутов. Е. А зачем мне рекруты? Е. Подождите минутку. Заметные действия. Так, это не то, селектор оружия. Вот К. Вот он, селектор оружия. А, надо удерживать, все. Правая кобура. Ну, пока вроде все нормально. Давай. Ну, поговорим. Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю, как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Неплохо. Приготовьтесь, но дождитесь моего выстрела. Давай. Вот якобы не слышно было, да? Подождите, тут же. Вот так. Так. На. Так, застрелите наемников, убито. Ага, вот столько-то. Да, пока мы не разозлились. Убирайтесь отсюда. Так. Зачем перезарядка оружия, если вот они есть? Так. Вижу цель. Так. Я его вижу. Он вот там. На. Стоп. На. Возьмите те мушкеты, и не придется перезаряжать. Опа. Да. Подожди.
Что? На. Опа. Блин, я хотел еще пострелять немножко. Назад! Назад! Внутри безопасно! Безопасно, говоришь? Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Да сейчас. Так. Надо... Вот так. Надо поменять просто сейчас вот это оружие на более удобное для нас. Так, настроить управление. Так, что у нас там? Буква А. Так, нижняя боковая кнопка мыши. Вот так. Все. Давай. Ой, блин, я же не перезарядил. Да. Ну что, за дело? Конечно. Пока я иду, можно перезарядиться. Так. Выходит, не очень-то тут безопасно. Да нормально тут. Что? Нашел? За это дадут немало. Отложить грабеж. Сначала труды Джонсона. Слушаюсь. Так. Подожди. Вот так, подобрать предмет нахрен. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Так. На. Отсюда я попаду. Оп. Блин. Вот так. Держите, чтобы пропустить. Нет, мы смотрим. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. То есть он еще и живой. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Вот, блин, благородство во всей красе. У этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Ну, давай. Жесть. Ну, зеленый дракон. Выпить охота. Так, я вот... Что, деньги или что? Мне вот деньги-то они не нужны. А вот патроны, если они... Так, ладно. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Смотрите там! На! Эх, забегай! На! Как куры с отрезанной башкой! На! Вот так! Вот и все. Эй, у них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, да правда? И пусть! Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? А, вечно вы испортите всю забаву. Так, вот здесь-то он где-то наверху должен быть, скорее всего.
Вон они. Я даже видел, как он убегает. Где-то на крыше, по-моему, должен быть. Лучше ему этим не размахивать. А сейчас. Ну. Быстрее, парни, отстаем! Вон он. Помогите мне! Нихны! Уже иду! Хоп! Давай! Есть! Да! Стой! На! На! Надеюсь, что сундук того стоит! Да ладно! Да подожди ты, блин, у меня надо поменять это управление. Что-то у меня прям мышь прям сильно реагирует на мои движения. Отрегулировать надо. Так, управление. Камера. Так, ну что, стандартно. Так, чувствительность. Так, здесь у меня остальное. Кораблем. Что у меня паруса? У, снять и спустить. Так, поднять. Так, вы быстрый выбор. Один, два. Меню карты, пауза. Правая кнопка мыши. Пушка. Левая кнопка мыши. Селектор боеприпасов. А, поворот налево, поворот направо, вверх, вниз. Камера-то мне не очень нужна. Орлиное зрение может еще и пригодиться. Так. Поехали. Это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Это уж слишком. Камера ползает. Вау-вау-вау. Не трясись ты так. Что за... Оп. На. Оп. Не получилось. Опа. На. Где-то я его прям... Вот оно. На. Глюкнул, да, где-то там? Штейль, если ничего не предпримем, пойдем по миру. Или нас убьют. Да подожди ты так. Я зову его Дершварц и Принц. Он их главный, это точно. Только глянет и душа. На. Давай перезарядим ружье. Так. Кажется, это все. Запустили руку. Ганс говорит, они скупают у него все за полную цену. Давай, где ты? Они тут все подомнут под себя. Ай! Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Пусть удвоит жалование. Минутку. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев?
Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Воняет, блин, вот вонючка. Ух, что за народ. Так. Домой, домой, вернулись мы домой. Ой. Давай. Надо было внизу, да, быть? Игры, как я вам и обещал. Давайте, вот первая игра. Продолжить. Мельница. Ходить первым, да? Ставка. Давай, за десятку. Так, надо, короче, три в ряд составить. Так, выставьте фигурки. Так. Е. Нет. Установить. Так. Давай. А если я три в ряд собираю, то я могу забрать одну его. Мне он не даст так собрать. Но фишка в том, что если я не ошибаюсь, их можно передвигать. Ну? Так, у меня куда можно? Вот. Вот сюда. У тебя кончились фишки, нет? Ладно. Ну? Так, смотри, так, фигуру помещайте, фигуру в пустую соседнюю клетку. Вот так. Это как пятнашки начинаются. Так. Я так и думал, так и думал. Ну-ка, давайте-ка вот эту вниз опустим. Так. Ой, как бы мне... Так, вниз-то ее нельзя опускать. Место займет. Так. Сюда. Итого у нас 6 фигурок всего. Да хрен я тебе там освобожу, дебил что ли? Давай. Так, если ты еще раз сюда сходишь, тварь. Падла. Так. Ты только не нижний.
Да что мне нет выиграть хоть разок. Пагубный извращенец. Вот я сейчас у него одну заберу. Вот и он у меня одну заберет, падла. Я что-то не понял. Блин. Почему ты не перетаскиваешь что ее? Нет, не, не успел его сожрать. Так. Теперь он будет. Вытаскивать, блин, до последнего. Сейчас, минутку. Он шевельнет хотя бы одну. Так, у меня два хода, и я опять смогу забрать. Падла. Так, идем на перспективу на будущее. Давай, забираем ее одну. Так, ну сейчас я обратно ее поставлю. Я вот эту тебя заберу. На. Ну не успеешь ты, я тебя опять сейчас заберу. Вот. Так и будем его дрочить. Попался он в ловушку-то. Так. И заберем у тебя уже вот эту. Ну. Так, да, сейчас он как-то может через две прыгать. Кстати, не знаю, как это связано. Это может это бонус к проигравшему. Давай. Нифига так нечестно. Удачи в следующий раз. Да иди ты нахер. Ну короче, вот такая какая-то там, как дальше делать, я не знаю, хрен, забери свои 10. Вы отказались от игры, это поражение. И подождите, и вот это морские, если не ошибаюсь, как это называется, морские нарды или морские шашки. Падла, с другой стороны, что ли, подойти? Так. Давайте, вот игра тоже. Мельница. Ковбойские шашки. Они, короче, да, 10. Короче, опять мельница. Нет. Да, конечно, хрен. Я там, блин, думал, там это какие-то морские шашки есть еще. Вот они тоже интересны своего рода.
Вот, там, получается, вплотную подходишь, и потом, когда отступаешь, ты забираешь. И... Давай, чуть поживее, пожалуйста. Будь так любезен. Так. Ну, давай. Эй. Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. У тракториста пустой бокал. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. Как у тракториста, у комбайнера. Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Фу-фу-фу. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво. Ну, давай, пойдем. Порчу. Который в моем списке. Вот не, чтобы в окно выйти, просто быстро разбежавшись. Он все равно ассасин. Герой. Не должен умереть. Давай. Вот здесь-то можно и пошустрее так-то ходить. Так. Давай. Поговорим. Давай наливай, поговорим. Прелестно. О, что-то звук не совпадает. Чарльз. Сэр. Блин, сказать нечего. Он же джентльмен. Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Спонсор, кстати, нашей сегодняшней игры — водка Хаски. Да. Правда, она вчера была, а сегодня у нас. Идем. Похмельный синдром. Я покажу, как. Что-то откопировать хочешь, что ли? Так, прячьтесь. Цель убивать нельзя. Написать его роду, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Король поощряет образование. Так, заполняй жёлтым, значит, все что-то подозревает. Если он заполнит до конца, то станет. В Нью-Йорке основан Королевский колледж. Вот так. Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Так, а я поднимусь повыше. Все, начинаем потихонечку карту открывать. Оп. Давай. И выше. Опа. Синий хряк, господи. Ага, мне он на колокольню надо.
Коп. Коп. Так. Да что вы окаете, да акаете-то? Сейчас, подожди. Все нормализуется. Вперед! Опа, опа. Прыжок. Еще прыжок. Давай, давно, блин, не лазили по этим. По помещениям. А что у нас, кстати, у ассасина есть и еще у Человека-паука есть. Там, где надо лазить наверха. Или еще где-то что-то есть. О чем я не знаю. Опа. Идите. Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Ой, все это норовят прийти помочь нахрен. Так. Что там? Подслушать, да? Ага. Давайте-ка вон с тех начнем. Опа. И он говорит Чёрчу, так или иначе долг надо платить. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был резчик. Верно искали тихое местечко, чтобы обделать дельца. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Блин, какой-то про мясника какого-то говорили. Ладно. За ним приглядеть. Так, теперь тут. В кустах прятаться. Умеем. Хоп. Хоп. Так, а как тут? Никто ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знают, в чем дело... Они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Так. Странный он какой-то. Зачем ему оружие? Мертвый негодяй! Еще раз! Со мной немногие сравняться! Помогут вам добиться справедливости в суде! Что это за документ? Давай! Я успел. Нет, нет, нет. Мимо. Хопа. Вот так вот. Я пока осмотрюсь. Почему там нету ветра? Там, по идее, такой шквальный ветер должен быть. Опа. Так. Я спросил, нужна ли
помощь, так они отмахнулись. Все, мол, в полном порядке. Странно. Они не сказали, в чем дело. Нет. Пустяки, дескать. И он скоро вернется домой. Но я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увели? К вершине холма. Может, в форте есть врач? Не так. Надеемся. Все, что надо, мы услышали. Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все часть моего воспитания. Так, минутку. Форт. Значит, форт. Орден ставит восприятие во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе. Опа! Пусть закон разбирается. Хопа! И вот здесь у нас уже начинаются небольшие... Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Так... Блин. Хопа. Так, подслушайте разговоры. Так, оставайтесь незамеченным. Зачем мне остаться незамеченным? Опа. Эй, хоп. Ла-ла-ра-ла-ла-ра. А, да, здесь я помню, блин, всех их вырезал. Так. Открыть. Ключ у одного вот сзади нас стоят. Мне нужен ключ. Ждите здесь. На. Блин, хотел по-другому, абсолютно по-другому. На. Все. Здесь все взял. Можно идти. Открываем. Вот так-то. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Бенджамин Франк. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Это все бы резал. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите. Возможно, я поторопился с отказом. Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлас, будьте практичны.
А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. Еще как останешься. Я-то уже здесь. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Везет, рухнешь в обморок. Но уж поверь, я постараюсь, чтобы этого не было. Рады, наверное, ваши родители, что вырастили такое. Заткнись. Мне нужно сосредоточиться. Вы просто мерзавец и негодяй. Вот вы кто. Всем и горжусь. Сиди смирно. Я прикину, с чего бы начать. Вжик и ушик. Все нормально? Все хорошо? Я пришел на помощь. Как Чип и Дейл. Кто вы? Пришел на помощь. К вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чёрч. И я все объясню. Мистер Чёрч. Итак. Часть 2. Врач. Кто у нас там? Врач. Грач? Вот. В поликлинике сидят. Еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлос Тэтчер. Этот хлыщ – работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мундиры. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Рекрут. Я не помню, вообще пользовался я рекрутами или нет. Честно сказать, вот не припоминаю ничего такого. Может быть и да. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Так, как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Ага. И что, я так вплотную прям к нему подойду? Нет, отсюда мне живым-то не вырваться. Все равно вероятность случайной пули даже есть большая. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо. Да ради бога. Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтон. Генерал Брэддек. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Ой, ой.
Страшно-то как. Ужас. Ой. Бля, аж серденько упало. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Идем. Идем. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. Так. А, мне нельзя упускать их из вида, да? Куда же теперь? Может, в Мальборо? Нет, там довольны жизнью. Дома богатые, забот мало. Линстрит и Шипстрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее хватит возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Минутку. Так. Стой! Блин, я думал, я успеваю все это сделать. Что ладно, потом осмотрюсь тогда. Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Пожди, они меня как могут, теперь, да? А мне приближаться тоже нельзя. Отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. Барабаны. Ух ты, газетчик. Кричи, кричи. Кот, может, в Мальборо? Нет, там довольно жизнью. Дома богатые, забот мало. Вы обнаружили. А, меня еще нельзя обнаружить. Да. Блин, я думал просто их завалить. Еще, как сказать, в самом начале, когда мы только еще бум-бум-бум-бум-бум-бум пошли только. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. А он сам не может прятаться? Хоп, встать к стене, а он так... прислониться сам. Вот так вот. Куда же теперь? Может, в Мальборо? Нет, там довольны жизнью. Дома богатые, забот мало. А Линстрит, Шипстрит, да. У иммигрантов всегда много проблем. Собаку надо было погладить, что ли? Возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Не сомневайтесь, такое предложение раз в жизни встретит. Национал. Не проходи, не взглянув на эту красоту. Как, куда вы идете-то, блин, еще такими переулками, проулками? Все видел. Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Какие молодцы! Вы как дети, ей-богу.
Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Ой. Скандалы их всех. О, черт, из-под ноги никак. Тихо. На. На. Опа, опа. На. На. Ой-ой-ой, вас еще подбежало несколько человек. Это становится весело. На. И вот этого тоже. Что ты там? Что ты там? Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Это вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме. Ой, сколько слов, сколько патетики, какая экспрессия. Сейчас нахрен. Системное сообщение, получено новое сообщение. Да и хрен с ним. Идем. У нас ждут великие дела. Ну, кстати, даже мне кажется, город-то что, стоит открывать вообще, нет? Лазить по вышкам. Вроде пока и без этого справляемся. Господа, кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Вот тебе и весь план. Не, конечно, они там все расписали без нас. Ну, хотелось бы быть свидетелем. Ух ты. Смотрите, какая милфа. Я ее обязан просто спасти. Обоз скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. И встали там кого-то. Ой, там-то ни хрена их как много. Ты свалишься, как хоп, куль с картошкой. На! Ой! А вы думаете, я что, зря этому всему обучался, что ли? А это идет, как ни в чем не бывало. Ты что? Не видишь, что ли, тут резня происходит? Хоп. Хоп. Прям совсем его исполосовали. Да ремни пустили. Страшное зрелище, господи. В морге хрен зашьют. Чарльз,
Вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуйте за нами поодаль. Будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгейт. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не тронут. Даю слово. Ох. Симпатично, симпатично. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления? Он верно тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэм. Смотрите. Впереди противник. Мы атакуем? Нет. Конечно. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Опа. Ушли. Я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Да. Вот они люди. Мои верные ассасины. Ну что ты молчишь? Эй. Девчуля. Стой! Кто идет? Назовитесь! Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Интересно знать, их успеют перебить? Да. Вот и все. Ну, поехали дальше, что ты? Ой. Эти олени еще стоят, смотрят. Вот смотрите, сколько крови пролито, столько одежды это. Черт, вы цены. Эй, гигант. Не подпускайте! Передавай привет костлявой! Да. Итак, получается, что столько трупов можно, значит, да? Самая миролюбивая нация или что у них там? Вот еще один патруль, ё-моё. Ага, свежатинка, да? Дай-ка взгляну до того, как Сайлос не использует. Конечно. Но... Не получилось, одно да? Слово, и я перебью всех. Взглянуть. Ты что, новенький? Чей взвод? Атакуем! Да! Привет, костлявый! Все. Вырезали всех. Вот такие у меня ребята молодцы. Нахрен. Все чисто. Хоть в разведку, хоть куда. Ты как руки-то спереди, назад перетащил это? Не углядел я, ох, не углядел. А эти барашки едут, ни о чем не подозревают. Так. Считайте, а сколько? Стой! Много же людей перебили, так-то по сути. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте. Подарок. Блин, ненавижу этих работорговцев. Видишь? Варь, возомнились. Я тебя отпускаю, как обещал. Возомнились. И теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос? Убить. Вот так вот. Ладно. Будьте готовы, дайте знак. Первоначально, что нам надо? Давайте освободим рабов. Получим немножко поддержки. Что, вы его убили просто?
Так. Слишком много, да? Кто у нас? Добрый день. О чем вы говорите? О пленниках. Вы примись. Кто они? Что-что? Я сказал, вы примись. А вы кто, чтобы мне приказывать? Добрый друг мистера Тэтчера. Пленники? О, тут понимаю. Нет пленников. Неужели не ясно? Те, кого мы схватили. В форте их нет. Обязательно. Ясно? А если бы и были, мы о них не говорили. Понятненько. Опа. На это стоит посмотреть. Ну иди сюда. Что это за наряд такой? На это стоит. Опа. Вот и все. Так, теперь освобождаю людей. Дальше сами, ребята. Сами. Так. Где-то, ага, вот он. Давай, освобождаем. Сами, дальше, ребята, сами. Подождите, ребятушки. Так. Да где он? Так. Все нормально. Всех троих освободили. Ну как, в смысле троих? Три позиции. Три позиции пленных. Дальше сами, ребята. А я чуть-чуть помогу. Чуть-чуть. Так. Неужели нельзя хоть час вести себя тихо? Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чьих это рук дело, и полетят головы. Но сперва, разберемся с этим. Что с этим-то? Кто стреляет это? Закрыть ворота! Тех, кто попробует уйти, убить. Плевать наших или этих. Убейте любого, кто бросится к воротам. Вам все ясно? Конечно. Вот это, кстати, важная была информация. Ой, там еще с закрытой мордой кого-то. Атакуйте! Да. Папа. Да. И назад сразу же. Оп. Опа. А нахрен ты его поднимаешь-то? Брось его. Да. Вот так. Надо ребятам помочь. Хоп. Ну, подожди. Надо девочку спасти. Назад, вот сюда. Блин, что-то такое было. Что за зверство? Да.
И вот здесь вот. Опа. Да. Блин, моих многоватенько здесь. Да. Бам, проткнул, ни хрена уже, мясо, кровь. А, минутку подождите, мне его туда надо, того убить-то. Все, а я думал, блин, сражаться тут до последнего. Да, это... Хорошо, что вы здесь. Мне нужна помощь. Я с этим разберусь. Да. Это их командир. Убить его. Назад. Опа, опа. Да. Блин. Убить чужаков! Убить их всех! Да. Все, я его убил. Убил его всего. Вы кто? Я Хейтем Кенуэй. Мы не знакомы. Но, кажется, вы двое знакомы. Я дал слово, Сайлс. И я его сдержу. Бум, только видели, брызги только. Господи. На экран. Да, дикие времена, дикие нравы. Рабы еще. Дамочка. А теперь что? Подождем. Подождем. Полагаю, не очень долго. Так. Зачем? Мне повтор задания. Действие выполнено. Синхронизация завершена, часть вторая, чё? Ну давай. Еще хотели на повтор меня пропустить. Прошло несколько недель с тех пор, как мы освободили магавков. Я надеялся, что их вождь пришлет к нам своего гонца. Но, увы, мои люди скучают. Они хотят знать, что дальше. А у меня нет ответа. Только Ли не сдается, как немалые шансы. Бродит по улицам, по окрестным лесам, надеясь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли. В ту ночь там была женщина. Это она увела других пленников. Думаю, найдя ее... Я найду и ответ. Так что? Я жду. Логика, да. Надеюсь, что скоро начнется настоящее дело. Так. Что-то, может, я не догоняю. Но в какой-то, помнится мне, играл я в чё? В Assassin, да, Creed играл. Где проводил их первая, вторая, какая, третья. Это уже что, может, Black Паруса были, хотя навряд ли, я думаю. Ладно, будем смотреть. Так, подождите, это что за вниз проход, куда-то что-то ведет. Войти в подземелье. А что у нас там? А давайте принять. Я даже не знаю, что там. Ну вот мы как раз и посмотрим. Так. Так. Будем зажигать, чтобы нам не заблудиться. Куда тут идти-то? Папа.
Так, бояться нам здесь некого. Мы сами страшные парни. На. Кто под городом вообще таки туннели большие роют? Первоначально. А, тут районы, по-моему, да, в другие можно входить. Вон они, написаны. Ну, давай попробуем, хрен его знает. Сейчас вот такой квадратик сделаем. Не понял. А, ну я думал пройти можно, думал, как так-то. Давай. Поджигай. Пристрелка куда-то. Нет? Ладно. Ой. Показалось. О, зашел в катакомбу. Чего туда зашел? Стрелками-то еще показано, куда здесь сваливать надо. Или что-то конкретное тут показано. Я обошел ее. Куда стрелка показывает-то? Ну туда. А что там? А тут я был. И там я был. Так. Вот, давайте-ка я выйду отсюда. Так, двигайте мышь вверх-вниз, чтобы найти и удерживать угол наклона. Так, вверх-вниз. Вот так вот, да? Все. Что-то открыл. Это какие-то быстрые перемещения, открытая точка, быстрое перемещение. А, вот. Смотрите-ка. Это где-то я вылез. Неизвестно, конечно, где. Сам не понимаю. Ну вот. Точка быстрого перемещения. Давайте поднимусь наверх и оглядимся, как правильно, оглядимся, да. И на, прыжок есть. Так. Я уж не помню, но мне кажется, что этот туннель мне потом где-то пригодится там. Что? Не факт, что сюда, конечно. О, рядом с портом. Так, что у меня по карте выходит? Ой, а мне вот сюда, наверное, сейчас надо будет отправиться. Ладно. Куда прыгать-то? Вперед! Только вперед. Подожди. Купить. Да подождите. Что у тебя купить? Потребляемые предметы.
патрон. У меня полный. Дымовые шашки. Так. А что, мне же их несколько надо. Ну давай. Все, куплен. 8 из 8. Хотя я ими и не пользуюсь-то. Вот, можно насобирать с трупов их. Так, ладно. Куда? Лошадь. Лошадь мне надо. Передвижение по улицам. Я буду на лошадях двигаться. Ну, сейчас бежать еще далековато. Ну ладно. Никуда ты не уйдешь. На. На. Блин. Хоп. На. На. На хрен там тебе. На, еще одного. Мимо, мимо. Меня хватит. Стреляй. Блин, забыл, как заложники брать. На. На. Хоп. И этого гопа второго. Блин, как заложники-то брать? Ладно, потом посмотрим. Пучка тупых ослов. Ничего страшного, вот именно пучка тупых ослов. За что вы на меня напали-то первоначально? Так. Ай-яй-яй, сколько, блин, сколько вас здесь много-то? Кошмар! Кошмар! Давай-давай-давай! Весь крови там перемазанный. Фу-фу-фу. О, Чарльз, удалось отыскать незнакомку? Говорят, она мутит воду в окрестностях города под названием Лексингтон. Значит, там и начнем поиски. Встретимся там. А глаза чернёхоньки у меня там. Красиво и страшно. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока. Беги.